Вот это размах! Наука — это сила. Уважаю шефа за его способность смотреть свысока на непреодолимые препятствия. Для науки не существует непреодолимых препятствий. Кроме болтовни всяких электронных перчаток. Получите код активации автомобиля, товарищ майор. Код принят. Автомобиль ожидает вас внизу. Не задерживайтесь, у вас мало времени. Мы можем вернуться тем же лифтом, на котором поднялись сюда. Спасибо, гений. Без тебя бы я точно не догадался. Выбора у нас немного. Правая, займись. А вы отправляйтесь в радиоцентр и убедитесь, что оборудование правительственной связи обесточено. Слушаюсь, но в Кремле будут ждать отчета от товарища Молотова. Я лично сообщу о случившейся трагедии в Политбюро. Действуйте быстрее, Михаэль. У нас мало времени. Левая, помоги. Как ты, сынок? Я опять не справился. Это задание слишком тяжелое для меня. И не для тебя одного. Жуткий инцидент.
не ожидал увидеть Виктора в таком виде и при таких обстоятельствах. А ведь когда-то мы были не росли вода. Но Виктор сделал слишком много неправильных выборов. И какой итог? Благодаря гению Дмитрия Сергеевича все знания, полученные Петровым, останутся с нами. Это левое или правое? А впрочем, какая разница? Вы даже не представляете себе, насколько вы правы. Шеф! Защищать. Ну что, Харитон, ты гордишься собой? Что вы ему там наплели с Ларисой и Зинаидой? От тебя, сынок, я такой доверчивости не ожидал. Заткнись! Ты копался у меня в башке и стер мои воспоминания. Я что, игрушка тебе, как и другие люди, подключенные к коллективу? Ты кем тише, себя, сука, возомнил? Тише, Сергей. Ты на нервах запутался, я тебя не виню. Но ты, Харитон, ты же должен был помочь мальчику, а вместо этого используешь его как марионетку. Это я-то? Не вздумай валить все на меня. Я никогда не мечтал разом лишить всех людей воли, впаривая им пустышки с экранов. И никогда я не мечтал стать говорящим куском слизи. Признай, что рад случившемуся. Признай, что используешь все, что попадется на глаза, лишь бы добиться своей цели. И меня, и своего агента. Не смей! Я потерял вас обоих, а затем спас лишь чудом! Ты был... Ты мой лучший друг, Харитон. А майор, он же мне вообще как сын! А эти две, наверное, как дочери, да? А все, кого ты подключишь к коллективу и чьими мыслями будешь управлять, они для тебя кто? Толпа приемных детей? Дима, для тебя все это лишь ресурс, который ты используешь! Я хотел дать людям невероятное будущее! Проложить им дорогу к звездам, к невозможным свершениям! Да заткнулись оба! А ты руки подними, волшебник хренов, и скажи этим, чтобы отошли. Считай до трех. Раз! Мне жаль. Два! Мне жаль, что вы сами довели до этого и даже не пытаетесь решить все по-людски. Я не дам вам встать на пути прогресса. Правое и левое. Пресечь. Ha ha ha!
Да что это за ебанина, блин? Хватит обвинять машины мои! There is nothing I can do.